сорт острого перца халапеньо коричневый. Это коричневая разновидность халапеньо. Очень интересный сорт. Срок созревания такого перчика от 70 до 80 дней. Высота куста может достигать от 90 до 1,20 м. Острота такого перца от 1000 до 20000 скобелей. Вот такие вот перцы длинные. Длина такого перчика может достигать от 5 до 8 сантиметров. Срок созревания такого перца от 80 до 90 дней. Вкус у этого перца пряный, такой с фруктовой ноткой. Очень хороший, очень приятный на вкус. Такие кустики вы можете выращивать даже у себя на подоконник. У меня вот кустик небольшой, он растет у меня вот среди томатов. Так что света не хватает ему. И вот кустик не очень большой. Если будете выращивать у себя на подоконнике, этот куст будет составлять высоту где-то в пределах 30 сантиметров. И будет радовать вас такими большими плодами. Вот так выглядит наш перчик. Такая перчинка, если взять в руки. Вот размер перчины. Она может быть еще больше, если будете выращивать в теплицах. У меня кустик не очень большой, потому и перец не очень крупный. Сейчас мы весим примерно, сколько весит одна перчина. Давайте посмотрим. Вес перчины 20 грамм. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим, как у нас выглядит изнутри. Стенки у перца довольно толстые. Смотрите. Внутри он тоже шоколадного цвета. Очень приятно пахнет. Очень сочный и очень ароматный. Я советую вам выращивать такой перец у себя дома. Он обязательно вам понравится. Все любители халапеньо, пожалуйста. Если вам нужны семена, обращайтесь. Ссылочку на наши каталоги вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.